Ну, мы говорили сегодня в разделе как раз стратегии, что лиге надо, если нужно, им полномочия Бабишевские решить. С крыльями советов, и там 1500 на трибунах, конечно, это не красит, это не уровень премьер-лиги. Футбол все-таки для болельщика должен играться, и клубы, которые сегодня владеют своими стадионами, домашними аренами, мне кажется, вот эти вопросы переносов, мы говорили, я думаю, что такие полномочия наделим российскую премьер-лигу, чтобы они имели возможность. Если сегодня клуб не выполнит свои обязательства, не подготовил стадион, не он должен бегать и выбирать, где там сыграть. Если нет резервного заявленного стадиона, то лига может иметь право в качестве наказания этому клубу назначить игру тогда у команды соперника дома. И не считается, это должно быть выездом. Вот и все. Потому что ну, по-другому никак. Одни вкладывают ресурсы, деньги, готовят сами стадионы к сезону. Да, мы такая страна, климат, это все учитывать надо. Ну тогда не можете, давайте мы вам поможем, искусственный газон уложим там. Сделаем хороший там подогрев, чтобы это было готовиться. Потому что ну, практически климатические условия, там та же Уфа и Самара почти одинаковые. Ведь одни готовят, а другие нет. Несерьезно, конечно. Потому что ну, практически климатические условия, там та же Уфа и Самара почти одинаковые. Ведь одни готовят, а другие нет. Несерьезно, конечно.